Доброе утро всем. Заезжаю в Юрмалу. Сегодня опять приехал на подводные поиски с Мюнмастером. Сейчас заедем, оплотим въезд в Юрмалу. И минут 10, и мы будем на месте. Вот у нас аппарат. Сейчас мы, короче, оплачиваем 2 евро и погнали. Все, платили. Сейчас ждем билет, пропуск с номером авто. И едем дальше. Все, приеду. Там уже увидимся, друзья. Все, мы на воде. Вдвоем. С Мюнмастером. Что? Поздравляю, кстати, вас сегодня, да, точно, с первым днем летом. Сегодня 1 июня. И мы начинаем поиски. Погода отличная. Сегодня целый день солнца. Сейчас немножко маленькая волна. Ну, потом должна погода устаканиться. Погнали. Ну что, друзья? Въезд Юрмалы мы отбили. 2 евроса. Я уж думал. 2 евро это хорошо. По-любому. Вот аппарат черный, да? Вот аппарат в яме стоит. Что-то 5 миль. 10 центов. Рядышком с 2 евроми. Еще монетосик. Так, что это у нас за дядька такой интересный? Это не тот, который там в этих металлодетекторах все время вопросы задавал по поводу как вода, было там дело одно. Что за монета? 1980 год, ну какая-то иностранщина. Искал, поискал и 10 центов. Ну, вроде бы что-то взял. А это у нас от пивной банки мусор. Ну что, какой-то сигнал мы взяли? Ничего мы не взяли. А нет, взяли монетка. Что, советы против? Да, советы 1 копейка. Я говорю, они у меня в дырке пролетают ужасно. Задолбало. Год не вижу пока. Глубоко вообще труба. Глубоко, да, было? Сигнал был очень громкий. Смотрим, что же это. Это у нас 20 сантим. Сантимы? Сантимы, да. Бывшая ходячка пошла. Два рубля. Россия. Опять какой-то очень громкий был сигнал. А что он так громко у нас орал? Там монетос. Ну где ж там он? 1 рубль. Ну орало так, будто там персень на 150 грамм. Вот Мюнмастер ходит тоже. У берега вот с ним ходим. Там комрад присоединился к нам, приехал с утречка. Вот пока втроем ходим. Монетосик. Опа. А, 10 копеек. Россия. Поначалу подумал советы. Ну нет, Россия. Монетос. Оп. Советы. 5 копеек, 86 год. Вот такая вот находка. Еще, друзья, 5 копеек советы. Смотрите, хоп, 82 год. Трюндель, тоже советы. 81 год.
Сейчас пошли советы у нас. Серебруха. Первое колечко серебро. Ого, 20 копеек, 77-й год. Советы блестят, как только отчеканены были. Метр не отошел от 20 копеек. 50 центов литовские. 10 копеек советы, 81-й год. Ну что, мы все ходим, бродим. Но есть. Много советов попалось в одной яме. Колечко серебряное. Там вон по берегу ходят двое. Сегодня сколько? Троих. На пляже кладоискателей мы видели. Так что еще время у нас позволяет копать. Копаем. Ничего не попадалось. И тут 15 копеек, 89-й год. Ну все, друзья, вот мы на берегу покопали. Где-то 7 часов, наверное. Погода сегодня отличная. И коп у нас заканчивается. Короче, что у нас сегодня? Золота у нас нету. У нас монет очень много. Сегодня день тренировки был. Да. По факту, потому что выкопать монету в воде тоже не так просто. Не так просто, это точно. Короче, попалось у меня вот колечко. Не знаю, похоже как серебро, но что-то клейм никаких не вижу. Вот кучка советов. Советов сегодня очень было много. Ну и тут еврики, центы всякие, рубли. Даже жетон Лоттелеком. Когда сделают машину времени, мы вернемся в Советский Союз, и деньги будут потрачены на пиво. Вот так вот, слышали? Ну все, короче, друзья, заканчиваем мы коп. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.